где-то в январе 2021 года ребята к нам пришли и представили нам вот эту вот свою песню, композицию. Вот эта вот песня попала в чарты Spotify, Song of the Week, и вопрос стал за малым, всего лишь снять весь клип. В общем, мы ехали в тур, и вот пришла такая идея прямо как раз-таки в дороге. Песня о том, что иногда нужно покидать зону комфорта для чего-то лучшего. Ребята рокеры, и когда у них спрашиваешь, о чем вообще песня, они говорят, да не знаю, о поездке за город. Для нас казалось достаточно явно, что вот песня про эмиграцию. Все указывало на это. Какие-то идеи исходили из того, что, допустим, нам какая-то локация была доступна, какие-то исходили из конкретной темы эмиграции. То есть мы пытались подойти к тому, как вообще эта идея может быть реализована с разных сторон. Наш продюсер Сергей Бурич предложил съездить на экскурсию в наш аэропорт. Локация интересная, и хотелось как-то передать вот этот масштаб. Это очень интересный, как бы, объект для подобного клипа. Ну, мы решили поехать. Попав в этот самолет, вот вроде, скажем так, одна локация, но чтобы использовать эту локацию, которая нам очень понравилась, и начало все вот это выстраиваться. Мы зашли в кабину штурмана. Мы кое-что поняли, что мы хотим снимать космос. Большинство молдаван, которые куда-то собираются, они очень редко бывали даже в той стране до этого. Это как на Марс. Аллегория эмиграции как на другую планету. И там, как обычно, нет никаких гарантий, что будет лучше. Марс не выглядит лучше Земли. Тем не менее, он туда летит, потому что по какой-то причине это необходимо. Есть еще и драма персонажа, который мой мульт сориентаза эмиграре. Для меня было важно передать эти эмоции, потому что я сам не так давно вернулся из Канады. У меня были планы там остаться. Ну, примерно я так понимаю, что люди не подготовлены, они не знают, что их там ожидает. А дома и стены помогают. Как бы я за то, чтобы оставаться дома. У меня есть интересный метод работы. Он все больше и больше сейчас адаптируется в съемках. Это метод работы с превизами. И у тебя есть возможность сделать небольшой набросок всего того, что ты хочешь снимать. Потом ты это все монтируешь вместе, и этот результат практически на 90% является готовым монтажом твоего клипа. Песня была разбита где-то на, ну, визуально, даже не визуально, а аудиально, примерно на три части. Существует первый акт, где мы представляем нашего космонавта, где мы представляем корабль и представляем связь космонавта с Землей. Он постоянно, весь клип будет как будто оборачиваться и смотреть на Землю, пока она вот становится вот все дальше и дальше и дальше. То есть у нас есть кадр, где он на Земле смотрит на Землю, есть кадр, где он в космосе смотрит на Землю, и есть последний кадр клипа, где он на Марсе смотрит на Землю, и в небе вот такая вот маленькая голубая бледная точка. Нам очень повезло, что ребята из группы были знакомы с Кристианом Перепеляком. Заспус кососборки Марты. Hi. Работа Кристиана, на мой взгляд, она вот заставляет тебя поверить в реальность всего вот этого происходящего. Pentru actor, e foarte important să mi se ofere provocări extraordinare. Первый съемочный день у нас прошел в карьере. Туда приехали полны энтузиазма. Я
один может туда уже вот такой. Кристиана делала свой костюм, мы начали снимать. Потихонечку мы начали смотреть, какие у нас кадры, и мы поняли, что получается очень-очень-очень круто. Пока не надо, у нас совершенно нету звука, поэтому... У нас писал колосы мерг де парте, в межоку карьере, аж смерг от пункту А, от пункту Б. Это был кадр фарте лунг, где мне пермис, мы релаксировали тотал, пробил около, мы сме си чел май аутентик. Am uitat de tot și pur și simplu am început să fiu, mă rog, ca un copil să mă joc în petele acestea. На самом деле все кадры Марса, которые видите, там нету ни единого выдуманного кадра. То есть то, что вы видите актера, он настоящий. То, на чем он стоит, это настоящая земная земля. А задник, который вы видите, это абсолютно настоящий от НАСА Марс. То есть если так подумать, то... В кадрах с Марса нет ни одного спецэффекта. Все настоящее. Еще большей компанией людей во второй день мы поехали к куполу. Вот у нас есть замечательная карта наших достопримечательностей страны. И наткнулись на этот купол, который действительно выглядел очень необычно. Такой второй конструкции у нас не найти. Он был огромных размеров. Больше 10 метров высотой. Следующая локация — это, конечно, аэродром. Это, наверное, самая сложная для нас локация для организации была. Но и там был, конечно же, самый сок нашего клипа. То есть вот эта вот рубка, которая очень по-космически выглядит. Нава космика, где я cercat acolo mica cabină de, nu știu, 2x2, bănuiesc sau nu știu, cam așa, ne-am băgat acolo cu domnul Lichkov. Asta trebuie de văzut, pur și simplu. Nu pot să mă descriu de cam asupra cinematografic. Это было достаточно сложно, ночные съемки, 36 шотов, но в итоге мы смогли это сделать. N-am avut la dispoziție să mă acomodez cumva și să-mi învăț, să-mi stabilesc ce buton și ce face. Asta a fost o mare problemă. Cred că o pregătire preliminară ar fi fost necesară. Dar numai în momentul când... Cred că asta a fost cea mai grea scenă. Când mi s-a spus că, iată, tocmai zbori și ești într-o ploaie de meteoriți și cumva te ferești de ei. Cum? Начался самый веселый процес. Процесс постобработки. Мы никогда в жизни не работали на съемках, в которых были такие, как спецэффекты, где была невесомость. Мы никогда раньше не снимали в космосе. Процесс постобработки на самом деле шел крайне быстро. То есть, учитывая, что мы за полтора месяца сделали 36 достаточно сложных VFX-шотов, это достаточно сложный процесс, и мы его выполнили невероятно быстро, учитывая все эти объемы. У нас ассоциация креативных компаний. Цель самой ассоциации – это экспорт креативного продукта, не сервисов, а продукта. И мы будем поддерживать по возможности любые конечные продукты, которые появляются здесь. Dar nu avem experiență noi să lucrăm cu așa ceva și criticați-mă dacă vreți, da, spuneți-mi că asta nu contează, dar contează, bănuiesc. Что у этого клипа есть понятная история. Она будет понятна, как я уже повторяюсь, и маленьким, и взрослым,
и на русском языке, и на любом другом, если этот клип будет переведен. Много материала не вошло в клип, особенно как мы силой пытаемся содрать с Кристиана костюм. Нашли костюм, допустим, и я поехал его забирать, тоже было так забавно, ехать в троллейбусе с этой сумкой, где торчит этот шлем, и все так косо смотрят, ну что за дебил, вот, ну... Как бы эти люди поедут дальше жить своей жизнью, а я пойду как бы к своей мечте. Я невероятно рад, что у меня наконец-то предоставилась возможность получить этот космический проект, показать свою любовь к космосу. К сигуранца ж мы репетаста, к сигуранца ж мы инчеркан куда-то с факи сюда часто. Никогда не знаешь, сколько тебе нужно сделать шагов, чтобы подняться в гору. Поэтому нужно просто идти. Спасибо.